Фермерам Ростовской области будет проще обновить сельскохозяйственную технику на льготных условиях. Это закреплено соглашением между Росагролизингом и Ассоциацией фермеров Дона. Мы понимаем, что Ростовская область занимает второе место по объему посевных площадей в Российской Федерации. И, конечно, потребность техники колоссальная. Подписанное соглашение направлено на ускоренную техмодернизацию сельхозтоваропроизводителей Ростовской области. Для получения современной техники в лизинг фермеры смогут подать онлайн-заявку. Стороны уверены, это позволит улучшить показатели по растениеводству, животноводству и другим отраслям сельского хозяйства. Широкий перечень оборудования можно приобрести по льготным программам. Эта техника имеет обширный спектр, в том числе растениеводство, животноводство. Также мы сегодня обсуждали вопросы по поставке техники для пищевой перерабатывающей промышленности. Если говорить про Ростовскую область и областную поддержку, соответственно, это зерноуборочная и прицепная техника для проведения полевых работ. В 2021 году производители сельхозпродукции планируют закупить почти 900 тракторов, 5 сотен комбайнов и еще почти 3000 единиц техники. Напомню, Ростовской области принадлежит самый большой парк сельхозтехники в России, более 12 тысяч комбайнов и 29 тысяч тракторов. Также в Минсельхозе говорят, что Донской регион является лидером по количеству ежегодно приобретаемой сельхозтехники.